Всем привет! Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу более подробно. Как сообщает газета «Известия», по словам главы центра Ивана Стилиди, 30 сотрудников исследовательского центра онкологии имени Блохина могут быть переведены на работу на полставки из-за финансовых проблем учреждения. При этом руководство не планирует дополнительных сокращений. Увеличение числа операций и количества пациентов, чтобы поддержать штат, недостаточно для сохранения необходимых показателей, говорит глава онкоцентра. По его словам, ситуация затронет прежде всего возрастных сотрудников-наставников, и речь идет более чем о 30 работниках учреждения. Иван Стилиди отметил, что не планировал даже этих увольнений и просил сотрудников остаться. Со всеми, кто еще принесет заявление, будет проводиться беседа о возможности продолжения работы в центре. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online.